И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить первый Parasite Eve X-Game, раунд второй, ну то есть второе прохождение, и у нас второй день уже наступает. Так, проматываем все эти диалоги, не на сюжет прохождения, тем более английский я вообще не знаю. Чего уж там скрывать. Поэтому все это проматываем. Да, сейчас нас сопроводят к Бакеру, к шефу. И мы получаем от него модификацию слотов для любого оружия или брони. Но на самом деле вот таких штук много очень будет, и все прям их таскать с собой, точнее, все их держать даже и не нужно. Надо будет подумать и выкинуть какие-то просто. Потому что вы еще не видели, что у Вайна, у меня с того прохождения закадрового. Так, ну тут можно побеседовать немножко. Совсем немножко со всеми. Вроде бы тут ничего шинки-то и нету. Вроде бы. Так, что у нас с оружием? Давайте его зарядим. Надо сходить все-таки к Вайну, скинуть все это барахло. В общем, выходим отсюда. Спускаемся вниз. Заходим вот сюда. И вот товарищ Вайн занял место Торреса, обнаглел совсем. Но сейчас Торрес возмутится, вот уже, и вернется на свое рабочее место. Так, проматываем все это дело, как можем, как можно быстрее. Так, а что тебе надо? А, так, да, вот, можете увидеть, что у меня есть. Так, у меня есть две ракетницы, одна из них имбовая, за хлам получена, одна получена на складе с крабом, за краба. У меня 999 патронов, 19 ракет. Так, убираем эти левые стволы пока что. У меня палка третьего уровня. Убираем первую палку, соответственно. Так, броники, пока не убираем, патроны. Давайте все повынимаем из оружия. Я думаю, те не буду трогать пока что. Надеюсь, мне хватит. Ну, как-то так вот. А, он нам сейчас предложит расширить слоты, но некуда мне. А, он мне винтовку дал, М16. Нет, Торрес. Пожалуй, не стоит мне расширять ничего. Так, Уэйн.
Ну, это нам показывают обучение. Хотя на втором прохождении можно уже и не показывать, я думаю. Так, вот здесь у нас есть первый ключик. Давайте сразу его потратим, чтобы усилить. Давайте усилим броник. Наш броник, который имеет уже некоторые свойства. А давайте от протектора избавимся. В наш броник вольем немного мощи за ключик. Вот эти ящички вскрывать пока не будем. Смысла их вскрывать пока что нет. Потому что потом в этих ящиках они будут куда полезнее. Так, окей. Уберем пока что вот этот броник. И вот этот тоже броник уберем. Замечательно. Так, что по предметам? Давайте посмотрим, что у меня есть у Уэйна. У нее есть аптечки третьего уровня. Вон сколько штук аптечки. Пол ящика аптечек третьего уровня, несколько аптечек четвертого уровня. Также есть полные восстановления ХП, две штуки таких. Так, вот еще третий, четвертый, супер ключ один. И обычные карточки. Также есть несколько оживлялок, штук 5, 6, 7, 8. Окей. Так, полное восстановление от воды. А, еще оживлялки. В общем, охренеть, сколько всего есть. Давайте ж поубираем что-нибудь. А что-нибудь вообще повыкидываем. Я думаю, одной оживлялки мне будет за глаза. Ключ от театра надо бы убрать. Так, тут уже места нету. Здесь есть ключ. Вот этого тоже лучше убрать. Что взять с собой? Давайте одну хилку возьмем. Так, карточка. Две хилки возьмем. Так. Наведем порядок, сортировка. Что бы еще с собой взять? Стоит ли брать много-много? Полная вода. Full cure. А, давайте одну возьмем. Я не думаю, что это прям так важно будет. Да, карточек реально много. Супер ключ еще. Не будем захламлять все это дело. Так, вроде бы тут больше ничего и нету, кроме вот этих ящиков. Так, уходим отсюда. Я не знаю, будем ли мы смотреть полицейский участок. Тут у нас закрыто. Да, тут закрыто. Ну, можно сюда зайти, побеседовать. У нас собаки. Ну, вроде тут ничего ценного даже и нету. Вроде бы. Да, это просто псарня, тут ничего такого. Как минимум две собаки тут располагаются. А, пойдемте в раздевалку сходим. Вроде бы там что-то можно взять хорошее. А, еще один броник. Окей. Аптечка второго уровня. Так, полицейские. И еще один полицейский. Эх, ладно. Что ж поделать. Так, кстати, бонусные очки. Кстати,
Давайте прокачаем инвентарь. Так, я даже не знаю, отнести ли броник. Давайте отнесем лучше. А хотя куда его? Вместо аптечки? А, нет, для броника что? Для оружия свои слоты. Все равно у меня ключей пока столько нету. Забирай. Да, кстати, палочка моя. А, стоять, я М16 не сдал. Вот так вот. Вот, теперь все нормально, в принципе. Моя палочка тоже прокачана. 60 атака, да. 20 и одеты вот свойства кражи и первый ход, первая атака. Но пока палочку, наверное, брать не стоит, я думаю. Хотя, черт его знает вообще. Кого там можно будет воровать, без понятия. Так, пойдемте засейвимся и даже не пойдем к Бену. Там ничего ценного нету, насколько я помню. Засейвимся. Ну давайте сюда. Так, и отправляемся в Крайслер. Так, что у нас с броней? Все нормально. Так, выходим сюда. Можно побеседовать с этим чуваком. Немножко. Эдди его зовут. Ну ладно, все, выходим отсюда. На карту. Что нам доступно? Нам доступен Карнеги Холл театра и нам доступен Крайслер Билд. Отправляемся в Крайслер. Крайслер Билдинг. 77 этажей в нем. Охренеть можно просто. Вот так вот это выглядит. Да, новая локация. Мне будет жутко интересно. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть лифт. Но нет ключа от лифта, да. То есть, ключи от лифта, я так понимаю, мы будем получать с каждого босса. А боссы будут на каждом 10 этаже, вроде как. Так, лесенка. Поднимаемся по лестнице. И куда-то попадаем мы. Ага. Заиграла музыка. Что у нас здесь есть? Что ты такое? Какая-то... Какой-то куст. Ты что такое? Непонятно. Ладно, бежим дальше. Непонятно, что это. Коридоры, коридоры. Так, ты что? Налево или направо? Два варианта. Давайте налево. Тут огнетушитель есть.
Что-то врагов никаких не видать. А если, допустим, направо пойду? Куда я приду? А, тут тоже какой-то коридор. Стены. Это не лифт ли сейчас? Нет, не лифт. Тоже проход. Путь назад. Ну, я без понятия, на самом деле, куда сперва надо, налево или направо. Стараемся запомнить карту в голове. Давайте пойдем налево. О, это какая-то дверь, да? Стоять. Опа, мо приспавнился. Ты кто? Птицы? Вау, вы какие. Крыса, синие птицы. Так, проверить их на прочность или на палку мою. Давайте проверим. У них есть хлам. Крыса. Черт, даже хп откусывают у меня. Вау, что удалось вынуть-то. Отвали. Ничего не удалось. Черт, они... Даже прилично снимают хп. Ладно, пофиг на них. Хлам. Предлагают брать хлам. Но не буду я брать хлам. А вот аптечка третьего уровня — это хорошая вещь. Вот это что такое? Дверь? Нет, не дверь. Я даже не знаю, может, все-таки туда сбегать? Посмотреть. А, тут стена! Тут тупик, оказывается. Ё-моё, тут прохода-то нету. А, вот в чем дело. Ну тогда все отлично. Я-то думал. Тут проход какой-то. Так, до следующего левела 46 очков надо. Назад спускаемся вниз. Есть путь налево. Есть путь налево. Так. Что ты такой? Все однообразные коридоры. Так, опять какая-то слизь. Тут что-то есть? А, тут дверь есть. Еще какой-то путь налево. Есть дверь. Так, продолжаем. Что у нас здесь такого? Тупик, стена, отлично. Понятно. А там у нас дверь. Пойти ли в эту дверь? Можно, в принципе. Но интересно пока посмотреть, что там. О! Кто ты? Динозавры?
Патроны беру, аптечки нет. Тем более первого уровня. Так, что внизу? Еще какая-то развилка налево направо. А вот это лифт, похож работать он не должен. Так, интересно, тут все сделано. Лабиринт. Реально. Ладно, да, давайте вернемся к той двери. Видимо, это и есть сокровищница. Как ее называют. Так. 5, что ли? Динозаврики. Так, ну отлично, одной пули всех убили. Имбовое свойство. Заходим в дверь. Чё, никого нет, что ли? Странно. Что у нас тут есть? М79 гранатомет 4-го, точнее, ну, в общем, неважно, оружие в разы слабее моего, но взять можно. Ага, защита, точнее, по энергии для моей брони. Это круто. А тут бронежилет. Бронежилет, кстати говоря, может даже чуть-чуть. А хотя нет, вряд ли он мощнее. Почти как у меня, короче, по базам, по базе. Чё, это все, что ли? Врагов нету. А если я еще раз зайду? Нет никого. Ну ладно, на нет, как говорится. Там у нас слева ничего не было вроде бы, да? Тогда спускаемся вниз. Есть путь направо. Что это за путь такой? Непонятно. Ага, тут кончается. Дорога, цветок какой-то. А, тут тупик. Стена. Тупик. Окей. Понятно. Можно было сюда не ходить. Значит, нам в другую сторону.
Нужен ли нам лифт? Мы им не сможем пользоваться, пока не пройдем 10 этажей пешком. Что у нас тут? Есть путь вниз, есть путь дальше сюда. Даже не знаю, куда пойти. Давайте пойдем сюда вниз. Где-то тупик существует, наверное. Пока его нету. То есть пока игра меня ведет как бы правильно вроде, да? Длинный коридор какой-то. Но не в тупик же он ведет, в конце концов. Так, я не думаю, что я здесь был. Хотя ракурс похож. Что я хочу сделать? Я хочу посмотреть, что было там внизу. Потому что ракурсы все однотипные, пытаются запутать меня. Я не хочу быть запутанным. Вот сюда давайте попробуем сходить. Что тут нам предложит игра? А, тут стена. Окей. Здесь был тупик. Так, что за решетка? В стене. Непонятно. Так, что с патронами? Все нормально. Да. Ну, по крайней мере, у меня сейчас один путь, куда можно идти, это точно. Насколько длинный этаж, не знаю. Вероятно, нужно искать лестницу. Раз лифт не работает. Что-то врагов нету. Тогда поднимаемся вот сюда, выше. Это что? Это стена, да? Или не стена? Погодите-ка. Погодите-ка, погодите-ка. Это не дверь же? Вроде не дверь. Лестница. Мы нашли лестницу. Подъем на третий этаж, я так полагаю. Поднимаемся. Теперь надо искать сокровищницу на этом этаже.
Ну вот инвентаря у нас может не хватить на все этажи-то. Так, ты кто? Крыса. Ой, еще и птица. Отлично. Хлам не надо. Бежим вперед. Так. Единственный путь налево, так. Кто здесь? Я думал, возьмет, но нет. Ах ты сволочь! Чем она стреляет-то? Мед один. А чё у меня со здоровьем? Плохо, что ли? Чтобы мед один брать. А, да, кстати. Можно подлечиться. Так. Бежим дальше. И опять развилка. Влево, вниз. Попробовать вниз. Или все-таки влево. Хрен знает. Вот честно. Надо еще дверь искать. Вниз прям какая-то большая, глубокая дорога. Нет, наверное, надо было сначала туда пойти. Там еще развилка получается. Так, это хорошо. Хорошо, когда враги. Люблю врагов. Только где ты? Отлично, левел повысился. О, нам бонус на очков прилично дают там. Метки 2 можно взять. Хлам. Иди нахрен. Расширяем инвентарь. Что было тут? А, тут была стена. Окей, окей. Это хорошо. Так, ну что ж. Тут у нас была развилка. Налево или вниз пойти? Как вы думаете? Так, что внизу? Еще что ли развилка? Нет, тут стена. А тут что? Блин, хрен его знает, а? Два прохода налево. Повыше и пониже. Ну давайте попробуем сперва сюда сходить. Так уж и быть. Ага, тут лифт. Тут у нас лифт. А тут у нас сокровищница. Окей. Заходим. В сокровищницу. Так, и что? Что из этого? 4 ящика уже. Вау. Или я в прошлый раз не заметил тот ящик дальний. Gun Trading Card.
П-38 Тикарт. Не знаю, что это за карта такая. Но мы ее взяли. Ханган. П-228. Ну, короче говоря, пистолет, иными словами. Ну, в общем, да. О! Плюс 3 критического урона. Круто. Это вообще шикарно. А тут чё? По энергии. Плюс 2. Шик. Так, все что ли? Окей. Так, и опять-таки. Опять-таки. Наверное, налево тупик будет, да? Уже. Ну не будет же тут путь. Хотя какой-то путь. Но мне кажется, тупик, нет? А, нет, значит тупик там, да? Подъем на четвертый этаж. Давайте посмотрим на всякий случай. Вдруг там что-то есть. Чуть-чуть я не добежал до этой стенки, чтобы упереться в нее. Ладно, пошли на четвертый этаж. Четвертый этаж. Что у нас по инвентарю? 10 мест. Ну, не знаю. Может, от чего-то избавиться придется. Конечно, мне тут сказали, что во втором дне идти в Крайслер — это рискованный шаг. Так, поднимаемся на четвертый этаж. Вроде как 10 этажей и босс. И можно будет вернуться на лифте. Так, что это такое? Пока дорога прямо ведет, бежим направо, поворот. Поворот направо. Единственный путь вниз. Развилка. Вниз направо. Попробуем вниз сперва. Тут враги. Кто здесь? Получайте, козы. Вот где хлам-то надо было фармить. В Крайслере. Но я уже сюда пришел с пушкой. Так, тут развилка. Значит, там был тупик, да? Если действовать по логике второго и третьего этажа. Тут был тупик, все правильно? Или тут была сокровищница и тупик? Или тут был... Так, это сокровищница. Вау. Нельзя ее было пробегать, нельзя. О, враги даже есть тут в сокровищнице. Кто ты будешь? Ты кто такой? Динозавр. Чё, ничего нет, что ли? Да ладно, совсем ничего. А
А если по морде? Да ладно тебе. Хорош тебе. Слышь, ты! Ну как так? Я же тебя загашу этой палкой. Ты же не босс ни разу. Десятку снял. Охренел совсем. Чудак. Вот с палкой проходить Крайслера — это то еще занятие, мне кажется. Единичку снимает палка. С какого хрена? Не. Я все понимаю, конечно. Но пошел ты в жопу. Патроны у меня всего лишь были. Понятно. Давайте подлечимся, что ли. Так, ну у меня есть мед 2, в принципе. Тратить, не тратить. Да, пофиг. Потратим. Так, тут две коробки я вижу. Еще один бронежилет. Приличный. Есть одно место добавления свойства. Но нет ключей. Ключей нет. Вот в чем дело. Дайте ключ. Ага. Это хорошая штука. Критикал. Качнем. Почему бы и нет? Так, ну я тут больше ничего не вижу. А если сюда заходить вновь? Вновь будет динозавр, да? Или нет? Да нет, не будет. Тут все две коробки было. Так, тут тупик, я так полагаю. Ведь так игра. Да, стена. Хлам, нафиг ты мне нужен? Ух, сколько мне ключей-то понадобится, чтобы от всего этого избавиться? Так, ты кто, птица опять? Птица. И очков всего ни хрена дают за эту компашку. Ну и ничего, я не обижаюсь. Так, путь вниз, путь направо. Куда бы пойти? Осталось найти лифт или и лестницу. Так, что-то мне подскажет, что тут стена, нет? Нет. Похоже, тут уже вообще сложно будет понять. Вновь респаун.
Тогда я лучше туда сперва схожу. Посмотрим. Тут лифт. Окей, лифт, это хорошо. Ключа пока нету. Тут развилка. Блин, и там развилки. Осталось найти лестницу, да, отсюда. Выбраться. Давайте попробуем сюда сперва. И опять. Да что ж такое-то? Опять куча развилок. Стараться все это запомнить. Уму не посажу. Дайте мне стену. Спасибо. Спасибо за стену. Дайте мне тут стену. Не, тут лестница. Значит, там были стены, да? Я просто хочу все проверить. Это мне поможет запомнить. Хотя, как запомнишь? Тут надо... Все этажи запомнить это... Так, откуда я пришел? А, я пришел оттуда, слева. И это я выхожу куда-то сюда. Здесь, значит, тупик. Если идти вниз, то тут тупик. Да, стена стоит. Никуда не уходит. Понятно, тут тоже тупик тогда, да? Это слизь получается, да? Да, тоже тупик должен быть. Он самый. А что слева? Или это тот самый путь, откуда я сперва бежал и вышел? Наткнулся, так сказать, на это место. Если это он самый, то я его пойму. Если это не он самый, то тогда еще есть путь. Куда можно сбегать. А мне почему-то кажется, что это он самый. Ну да, вот поворот направо. Тут лифт. Все правильно. Так и было дело. И наверху лестница. На пятый этаж, я так полагаю, да? Точнее, вот здесь вот, наверху. Да, вот лестница на пятый этаж. Поднимаемся. Пятый этаж. Бежим вперед. Поворот налево. Проход прямо. Давайте налево что. Повернем. А, сразу сокровищница. Заходим. Сколько коробок? Три штуки, да? Отлично. Прокачиваем наш броник. Тут что? Деф.
прокачиваем деф. P226. Ни хрена у него атака базовая прилично. А что такое магазин 11 плюс 1? А, это уже плюс 1, типа. Начислили. Так, ну тут никого нету. Никого. Так, это у нас пятый этаж, да, получается? Найти надо лестницу. Тут будет тупик, нет? Тут будут враги. Ах ты, козлина. А у меня нет этого эффекта, блин. Ладно. Птица. Так. Бери быстрее. Стреляй. Давайте возьмем один. Много-то не надо. Так, тут нет тупика. Тут есть враги. Так, вот это в первую очередь. Можно и всех сразу. Вода Д? Да нет. Так, что-то мне подсказывает, что там тупик был. Раз здесь куча врагов. Так, и респаунов. Проехали. Так, где была сокровищница? Да чё, на каждом шагу, что ли? Так, что тут тогда было? Неужели стена? Да, стена. Значит, все правильно. Я выбрал изначально путь. Но надо было откинуть этот путь. Так, теперь осталось найти лифт и лестницу. Лифт и лестницу. Ну и вот этих мелких. По чутка очков можно понасобирать. Вау. Охренел совсем. Так, ну ты чё такое? Опять птицы. О, левел подняли. Круто. Очков дают прилично, кстати говоря. Бонусных, я имею в виду. Расширяем инвентарь. Так, ну начинается.
ты-то куда? А, тут одной пули хватит. Один путь есть вниз. Так. Сейчас развилка, да? Какая-нибудь развилочка. Нет? Да. Ты что такое? Путь направо или вниз? Где стена, как думаете? Не, ну это понятно. Окей, тогда попробую вниз. Что внизу тогда? Ничего. А, вот стена. Окей. Какая-то. Так, куда бы, вверх или вправо? Вы бы пошли. Я не знаю. Тут лифт. Окей, откопали лифт. Значит, тут не должно быть лестницы. Или лестница тоже тут должна быть. Как понять вот всю эту вашу загадочность? Нет, здесь стена. Окей, тут только лифт. Значит, наверху лестница. На 6-й этаж. Так, замечательно. Так, мы продолжаем. Поднимаемся на 6-й этаж. До босса еще осталось несколько этажей, половину. Так, что тут у нас? Путь вперед. Бежим вперед. Угу. Кто такие крысы? Не успели. Так, пока все линейно. Тут нет, тут путь вниз, окей, значит сюда. Не запрятанный лифт. Окей. А вот и развилка. Где-то сокровищница, наверное, где-то лестница. Давайте наверх попробуем сперва. Путь налево. Долгий путь. Сокровищница. Окей. Заходим. Значит, я правильно выбрал. Так. Так. Ох, кто это такой? Ополчился на меня. А, опять ты.
Так, 4 коробки вижу. Сколько места? Немного места. Range плюс 2. Ох, хорошая штука. Bullet Cup это магазин. Тоже вещь классная. Так, тут что? Ракета. Это слот заняло. 9 ракет, кажется. Ключ. О! Пора избавиться от чего-то. Так, от чего бы избавиться? А, кстати, а что на брониках есть? Ну, так, ну я не смогу на этот броник больше ничего нацепить, потому что... Потому что в нем нет места. Слотов. Окей. Но все равно я хочу прокачивать броник пока что. Но это хотя бы даст плюс 2 мест. Ой, плюс 2 по энергии. Вот этот броник. Да не, определенно надо искать броник, потому что защита у меня слабее, чем атака. Поэтому... Это вообще ничего не даст. Забавно. Ладно, пофиг на это одно место. Сделаем так вот. Так, ну мы нашли сокровищницу. Замечательно. Это у нас 6-й этаж. Налево, наверное, стена, да? Вряд ли там лестница. Да, стеночка такая стоит себе. Дальше бежим назад. И вниз, получается. Так, ты кто? Неужели птица? Круто. Куча хлама. Откажусь. Мог бы еще себе пушку взять, но не хочу. Так, весело. Где-то стена, где-то лестница. Давайте попробуем налево. А, здесь стена. Хорошо. Значит, направо лестница. Направо и вверх. Поднимаемся на 7-й этаж. Пока вперед. Перед нами выбор. Направо-налево, направо-налево. Давайте попробуем налево. Тут развилка. Давайте направо тогда попробуем. Так, ты кто? Кто ты? Ага. Серьезные ребята. Серьезные. Так, какой у меня вообще левел? 12-й.
Ну да, они вообще очень мало очков дают. Сами мобы. Что ж тогда направо, игра моя хорошая? Может, сокровищница? Не, стеночка. Понятно. Понятно. Так, там путь либо влево, либо вниз. Выбирай, как говорится, куда. Давайте вниз попробуем. Ну, запомним этот путь влево. Нет. Попробуем сразу путь влево. Потому что там еще развилка. Стеночка. Окей. И тут развилка. Лево-право. Налево. Попробуем. Пока непонятно. Пока куда-то ведет дорога. Дорога ведет куда-то. Куда-то вниз. Такое ощущение, что правильно ведет. Туда, куда надо, ведет-то. Похоже, нет. Куда-то очень далеко вниз ведет. И тупик, да? Нет? Или это правильный маршрут? Единственное место направо. Так, идти. Ты какой-то долгий. Давайте сначала все-таки проверим этот путь, потом еще вернемся. Непонятно пока, совсем непонятно, куда это я приду. Может быть сокровищница, может быть лестница, может быть такая вот развилка непонятная. Вернемся. Может, там просто стена была и ничего больше. А может быть сокровищница. А может быть вообще лестница. Или лифт. Вариантов всего 4. Что там могло быть? Но пока не проверишь, не узнаешь. Лабиринт он такой. Тут путь вниз есть. И... Враги тоже присутствуют. В основном крысы. Крысы. Тут лифт. Окей. Лифт. Тут стена. Дальше. Непонятно. Да. Понятно, значит, тут был лифт. Как я и предполагал, один вариант из 4.
Так, чего у нас там с патронами? В принципе, еще прилично патронов. Можно это разрядить. Можно это разрядить. Даже это можно. Так, тогда у нас там развилка. Мы дошли до развилки. Направо или вверх? Это 7-й этаж. Да, тут бежать долго. Прилично так, прилично. Допустим. Да, еще коридор. Так, и еще вот это надо пробежать. Куда? Направо или вверх? Пойдемте пока направо. Не знаю почему. Сокровищница. Окей. Кто тут? Это 7-й этаж, да? Ну да. Тут коробка, Bullet Cup, магазин плюс 2, окей, вещь определенно полезная. Что здесь? Offense, нифига себе, плюс 3 атака, круто-то как. Плюс 3 атака, целых плюс 3, а тут чего? Еще плюс 1 атака. Я ж там всех убивать буду просто. Всех карать одним выстрелом. Я и так караю. Тут вообще прям. Тут стена, да? Хотя не факт. Но. Может и не стена, кстати, быть. Развилка. Нет, тогда поедем, вернемся к тому пути наверх. Посмотрим, что там. Хотя, может, там два тупика. А здесь лестница, допустим. Нет? А нет, здесь стена. То есть мы никак бы не могли бы пробежать эту, ну, сокровищницу, получается. Так, где-то, получается, теперь где-то лестница, где-то стена. А, тут погодите, а тут у нас... А, стой, ну да, развилка дальше. Давайте попробуем направо. И путь вверх. Может быть стена, может быть лестница. Лестница. Значит, там стена просто, да? Проверим. Что это такое? Крепкая твердая стена. Да. Железная такая.
Ну что, пора на восьмой этаж. Восьмой, девятый, десятый, да? И босс первый. Так, ну, поднимаемся. Кстати, в кустах ничего нету. Горшок этот всегда рядом с лестницей располагается. Так, восьмой этаж. Ну, бежим, бежим. Так, кто ты? А, крыса. Мед-2. Давай возьмем. Мед-2 редко выпадает в этом крайслере. Так. Пока вверх у нас лежит дорога. Строго вверх. Так, понятно. Не успел зайти уже. Черт. Класс. Да, хлама тут можно понасобирать, но чтобы собирать хлам, нужно инвентарь полный иметь хотя бы. Потому что пока ты собираешь хлам, у тебя все заполняется. Так. Пока все линейно. Так, вот эти птицы опасные. Могут ослепить. Банадем. Давайте одну возьмем на всякий случай. Все. Всякое может быть. Еще выкинем. Что нам мешает? Понимаю, конечно. Так, хорошо, что пока не дают никакие пушки, броники, а просто улучшения. Ага, сокровищница. Но опять-таки, никак мы не могли бы пробежать мимо нее. Поэтому заходим. Сокровищница, восьмой этаж. Так. 4 коробки. Офенс. Я люблю тебя. Так. О, для броника нашли хорошую штуку. Критикал. Надеваем. Ты что? Ключ. Ты что? USP 2. Хм. Пистолет какой-то. Так, а что за пистолет USP 2? Да ничего такого на самом деле. Ну, ладно, давайте пушку прокачаем какую-нибудь. У этой пушки есть свойство, которое у меня уже есть. Так, тут плюс 2 можно, плюс 2 рейнджа получить. Рейндж у меня, кстати, мало прокачан. Меньше всего. Хотя можно атаку. Вообще имбово. М79 избавимся от него и все нахрен. Да? Почему нет? Так, восьмой этаж вроде бы как осмотрен. Так, что у нас с магазином? 105 имеет. Окей. Эх, так, теперь искать лифт, лестницу. Лифт, лестницу, стенки. И куда?
Есть вверх, есть вниз. Попробуем вниз. Похоже, надо было вверх. Можно по врагам, в принципе, судить, хотя не факт. Ладно, побегу вниз, если будет развилка, побегу вверх. Развилки вроде нет. Путь налево. А вот теперь есть. Теперь я вижу и понимаю, что надо сперва обследовать вверх. Там наверняка либо лифт, либо стенка, да? Так, тут наверняка респаун. Второго уровня прям надавали. Прям надавали. Конечно, не хотел я их собирать особо. Что тут? Стена. Как я и думал. Враги не могут ошибаться и сидеть в стенах. Так, там три пути. Три пути. Вы представляете? Где-то лифт, где-то лестница, где-то стенка, да? Окей, давайте вниз. Почему вниз? Не знаю почему. Захотелось. О, правильно. Один вариант отбросили. Но враг есть все-таки, несмотря на то, что стенка. Крысы вонючие. Ни хрена себе. Она с меня сняла 6 хп. А это крысы... Вау, сколько мне дали-то. Это что за крысы были? Она сняла с меня 6 хп. Непростая крыса. Определенно. Усиливаем айтем. Я даже подлечусь. Может, тут есть какие-то особые враги, за которых... Очков больше начисляют. Так, налево и вверх. Давайте налево пойдем. Эх, лифт, лифт. Тут лифт у нас. Окей, значит там стена, да? Наверняка. Блин, тут развилка. Похоже, значит наверх стена. Или нет? Или там две стенки? Давайте попробуем наверх. Где из этого стена? А, понятно. Значит, лифт никак нельзя пропустить. В любом случае. Теперь осталось найти лестницу на 9 этаж. А пойдем вниз, потом вверх. Это что такое? Все в этой слизи. О, тут стена. Первый раз вижу такую стену вроде бы, чтобы она внизу была. Хотя, может, не первый. Но что-то давно не было внизу стены. Окей, значит нам наверх. Лифт, точнее, лестница тут. Да, поднимаемся на 9 этаж. А я, бедные твои ноги.
Если бы я попал в такое место, ух, сколько бы я тут ходил. Бегать бы я точно бы не смог столько. Так, налево-направо. Пошли направо. А вот не знаю почему. Похоже, надо было налево сперва сходить. Так, птица мне не нравится. Окей. Так, был путь налево, надо это помнить. Ага, тут стена, значит, правильно я пошел. Хе-хе-хе-хе-хе. Значит, я угадал, где стена, а где правильный путь. Одно очко нам нужно до следующего левела. Да, мы много тут не заработаем, конечно. Тем не менее. У нас 9-й этаж. То есть еще этаж и босс будет. Может быть вернуться и сохраниться. На лифте. Получается. Не пешком. Пешком это... Жесть, как с ума сойти можно. Так, ну пока все линейно. А, вот и нет. Вверх и направо. Направо и вверх. Давайте направо. Хотя, может, и вверх надо. Как я угадал, а? Как я угадал? А еще не найден ни лифт, ни сокровищница, ни лестница. Значит, еще будут развилки. Так, ты кто? Крысы. Ничего не дали, козлы вонючие. Ну, чуть-чуть очков, конечно, дали. Я имею в виду из предметов. Лифт. Никак нельзя пробежать. Окей. Сокровищница. Никак нельзя пробежать. Окей. Заходим. Сокровищница. 9-й этаж. Враги. Нет врагов. Есть ящики. Ключ. М1911А4. Ё-моё. Ключ. СП-УС-2. Бронька. Критика у броньки не очень хорошая, поэтому нельзя назвать ее имбовой бронькой. Но два ключа — это минус два предмета. Так. СП Уэст. Так, а у меня суперключи тоже, что ли, с собой? Нет, у меня суперключи. Окей, так. Так, что из оружия? Оружие понтовое, на самом деле. Даже не знаю, что из этого насадить куда-то. Ну, давайте так попробуем. Вот этот пистолет убрать, в принципе. В принципе-то можно, да. Пофиг. Так, ну что ж, теперь искать осталось только лестницу на 9-м этаже.
Давайте искать. Так, путь вверх у нас имеется. Окей. Так, ты кто? Ты не босс часом? Несущая хлам. Птица. И они какие-то синие. Вороны-то черные. Так, отлично. Поднимаемся на 10 этаж. Вроде как последний до босса. Возможно, на этом этаже уже будет босс. Надо только найти его. Но не подниматься на 11 этаж. Пока что. Так, ты кто? Кто ты? Эх. Как жаль, что мне хлам уже не нужен. Так, тут что? Чё-то прям окружили. По 5 хлама сыпят просто, сыпят. Фарми не хочу. Блин, в этом лабиринте. Так, ну пока все линейно как-то получается. Лифт не найден, сокровищница не найдена, лестница не найдена, босс не найден. Где же его взять-то? Может, он в сокровищнице будет сидеть? Босс. Да вряд ли. Все-таки босс. Так, пока все линейно. Мне это немного настораживает. Где развилки-то? Я бегу, бегу, бегу. Все пока. Так, враги. Кто ты? Пять хлам несут. Так, ну все линейно. Вообще развилок не видно. Лифт мы нашли. Окей. Ключа у нас пока нету. Запомним, где лифт. Чтоб к нему вернуться потом. Сокровищница. Вау. Уже? Может, тут босс будет все-таки? Давайте посмотрим. А вдруг? Чем босс не шутит? Так. Ты что? М16А2. Такая же, что ли? Может, чуть-чуть получше. О, ключ еще. Ключ это хорошо. Сэр Эвейд. Критикал. Так, ключ. BP у нас нету. Отлично, М16 надо выкинуть. Плюс 2 атаки. Я думаю, это хороший обмен. А где же босс? Где же босс? Осталось найти лестницу и босса. На лестницу не подниматься. Босс мне даст ключ от лифта. С 1 по 10. Я так понимаю.
Так, ты что такое? Птички. Ну, птички это птички. Так, развилки вообще будут на этом этаже? О, босс. Если я бегу назад, понятно. Так, а если я бегу влево, как она выделена-то? Так, кто ты такой? Не дай бог ты меня кокнешь сейчас. Воу, нихера себе, паук. Вау. За босса дают прилично, да? Хотя, ну так, ну как сказать прилично? Дают, конечно. Chrysler T1. Замечательно. Да, я буду расширять свой инвентарь. Тут лесенка на следующий этаж, но мы бежим к лифту. Определенно. Так, как он выглядит? Да, на этом этаже не было развилок. Этаж тут 10-й. Да, короче говоря. Босс приличный такой по защите был, раз столько выстрелов из винтовки выдержал. Нет, не сюда. Это не лифт, это сокровищница. Так, а у нас ключей больше нет уже, да? Ну да, нет. Забегаем в лифт. Как выглядит лифт? Directional button up или left stick up to go up, directional button down или left stick down. Так, стоп. И куда ты меня привез? Так я куда приезжаю-то? Как мне на первый-то этаж попасть? А, вот. Тьфу ты, черт. Я понял. Я просто не обратил внимания на то, что в левом углу. Замечательно. Пойдем сейчас сосейвимся. Сходим к Вайну. И что-нибудь да выложим, я думаю. Так, сколько мы у нас места? 33. Так, мужики, ну чё вам сказать?
Так, чё б тебе скинуть? Есть у меня вроде бы пушки левые. Ключей не так уж много. Не, лучше буду скидывать пока пушки Вайну. Все-таки они левые. А ключей у меня столько нету. Так, ракеты. Окей, это скинули. Вроде бы. Так, предметы. Крайслер Ки-1. Он нам нужен. В любом случае, выбрасывать его не надо. П-38 Т-карт. Gun Trading Card. Я вот не знаю, что с этим делать. Ну, можно оставить, в принципе, то, что есть. Есть что, выкинем. Просто, да и все. Так, сейчас, секунду. Уточнить надо. Так, мы продолжаем. В общем, надо давай сдадим эту карточку пока что. Не будем ее отдавать. Это вроде, ну, может, два слота на какую-то пушку могут дать за эту карточку. Особые карточки. Я не знаю, что взять, что не взять. Ладно, пойдемте засейвимся. Заканчивать надо серию. Так, где я там сохранялся? Кажется, здесь, да? Да. Пусть это и будет. Так, сохраняемся. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.